Да, командор же нам не апдейтит. Командор я апдейт, я помню. Ну, вот и все. Все, пошла перезагрузка с сервакам. А я его даже что-то не вижу, ребят. Так он пропал. Я тебе IP же скинул. Так я по IP не вижу. В смысле? Остальные видят этот сервак? В смысле? Мяу. Там у кого-то даже код его... Не, сейчас я его не вижу, там перезагрузка, ло-ло-ло. Все, если все не видят, значит я в порядке. Ты чё так с котом, слышь? Слышь, Максим, давай не будем. Как ты с факером разговариваешь? Все, погнали, погнали, погнали. Я-то тут при чём? А, извини. Я нажал, и игра запускается. Давай, заходим, соединение с игрой. Соединение с... Не удалось соединиться. А, он еще грузится, что ли? А, у меня удалось соединиться. Какой номер сервера? О, зашло, ребят, 12 уже. Соединение с игрой? У Ландзакоев есть. Почему у меня не... Почему не заходит у меня, лол? Нажимай, Андрей. Сильнее нажимай. Продолжать нажимать? Черная молния здесь. Чё, пиздец. О, зашел. Так, черная молния тут. Пацаны, уже, блядь, 30 человек. Все зашли. Пизда тебе, Дред. Я надеюсь, все зашли. Я думаю, он мысли вообще всех выразил. Вот смотри, Календел еще зашел. А что 42-то? Предлагаю, короче, так. Берем Андрея, привязываем к бревну и с горы катим. И как бы вокруг это, с пушками стоим, ждем, пока побегут. Кто не зашел из наших? Я не зашел. Я 30 раз спросил, какой сервер. Мерф, я два раза скинул в скайпе. IP. Попробуй еще на него сейчас пожмякай. Может, так, а как написать ответить? Сейчас. Да, ответить на U. Не пизжу, на рядом слэш, короче. На U меняешь чат и на... У меня какой-то тайм-аут. На какой U? Я не могу зайти 7, в игру, блять. 5. В смысле, не могу тут, зайти. Тут вот чат, чат тут. Ну, тебе горят на U, потом на слэш. Понял, ладно. Так, а здесь можно будет сейчас чатиться вообще? Да, можно. Сейчас чувствую, тут пиздек будет. О, это карта с аэропортом. Wait for host, у меня пишет, я чувствую. Ребят, я за Уралом, мне похуй. Там гранаты есть, я чувствую, надо Андрею гранатами затариваться. Точно? Не, у меня игра повисла, походу, я могу ошибаться. Парни, ну, короче, меня тут почти доустанавливало, скажите, как там скачивать потом. Так и чатится как? Пожди, сейчас, пока играем. Ладно. Знаете, тут папа в героях. Эй, рядом с Ю, слэш. А, во, можно. Слэш рядом с Ю. Ну, вот на Ю нажимаю, но дополнительный канал. Рядом с Ю, слэш. На Ю ставишь нужный канал. А. У меня, короче, это... Командный. Понял. Слэш уже... Все, у меня прекращена работа. Давайте заново, ребят. Там есть сроки? Я хуй знаю. Вот, синие, о. Типа хуйня просто, у меня повисла игра и все. Там есть сироки еще, не? А слушай, Андрей, у меня тебе предложение, если мы на другой хост идем, иди попробуй сдохни. Да, я сейчас попробую. Понятно. У меня черный экран просто, почему? А. Почему у меня черный экран? Да только грузимся же. А. Вау! Нихуя народу! Добрый вечер. Ой, блядь, я на вежму по привычке. Ну что тут говорит-то? А как? Тут на кап, на вев расти. Да. О май гад, о май гад. Блин, тут мне кажется, если бы 100 было человек на сервере, в целом. Охренеть народу. Да. Пиздек. Так, мне вон туда бежать. Я поднять не могу, чего у меня повисло-то. Дред, один. Тина. Хо-хо-хо. Бля, меня сбивают. Я даже не понял, куда пытаться выйти, но ладно. Так, пальцы помнят. Слышь, Максим, а это я около тебя бегу? Слева от тебя я? Парни, я на дорогу, да. БЦ 90. Так, Андрей, беги на ноль. На ноль прям, беги. На ноль? Бегу на ноль. Пробежишь одну дорогу, потом полюсу, ко второй дороге выйдешь, скажешь. Хорошо. На тачке заберешь? Да. Парни, мы, короче, быстренько сейчас тут попробуем. Это сам... О, кто-то сдох уже.
Мушкетер, Сансана, Мушкетер, все. Ты сзади меня бежишь, да? Да-да-да. Да что ж ты, Мигис? Ты до Урала? Или что, на тачку сяду? Ну если у тебя тачка, то вот на тачку сядем. Чувствую, мы с тобой одни тут бежим. Бля, я пытаюсь бежать, но у меня просто залип в гору. В гору не бежит на турбо. На обычный. Да, я и пытаюсь. А, лол, в гору все равно можно бежать, значит? Так, работаем, работаем. Слышь, я думаю... БЦ-89, я в центре уже. Все, мы на дорогу надо выйти. Вы на машине? Да. За БС. Ну, типа что, ждем тогда или что? Да. Давай ждем, Андрей, до следующей дороги добежишь, говори. Я на задней как-то обычно. Я развернусь. Мне кажется, он спереди. Ты, Андрей, на сколько бежишь? Угу. Сколько бежишь? На ноль. Он на ноль, он дальше выбежит. Мы на ноль ровно бежим. Мы на 300 в конце. Давайте я на 300, вот я к дороге подхожу. Короче, на сколько? Там, где развилка. Там, где развилка, это, а так мы здесь. А, вот он. Ты прям на развилке. Да, я бегу к вам. Вы в тачке, да? Да. Блин, пацаны. Да из-за этого охуительная игра. Мы сейчас едем налево, я так понимаю. Мы, так... Не, мы к Уралу тут не проедем. Тут, в смысле, не проедем? Прямая дорога к Уралу. Ну, давай тогда это. Так, нормал, админ, лоу, админ. Но мы типа админы. Да, но ты не нажимай, потому что это уже в спектакль-мод ты можешь перейти, Андрей. Да? Да. А как можем... там? Там, короче, по идее, когда тебя убьют, тебе не должно кикать, и ты откроешь меню. Ну, в принципе, ты его сейчас можешь поюзать. Ну, тогда я вот открыл сейчас... меню, но почему-то я не могу его закрыть. На F8 ты открыл? На F5. Так, F5, ну, escape просто, и все. Велосипед не сдави. На F7 меня... Что, блядь? На Escape. На Escape закрыть меню. А, вот, на F8 могу спектатором стать. А там, короче... Блядь, я почему-то вижу теперь людей всех, где находятся. Как убрать это? Да, играет третий год. F8? А чё, ты всё понажимал? Да. Блядь, я тоже теперь вижу. Сейчас попробую. А я могу видеть? Как это убрать, блядь? Не знаю, Андрей, видимо, никак. Канал группы. В общий канал надо написать. Короче, нажми, знаешь что, F5, маркерс, минус надо поставить, наверное, как-то. А, во. Как? Короче, сейчас я сам уберу, попробую. Сработало? Да, сработало. Короче, вот зеленый, видишь, ESP? А, Escape for Free Roam Cam? Так, еще раз, F5. А ESP Icons, ESP Free Roam Cam, вот это все убирай, короче, нормально. Мэм, понял. Да это, дави его нахер, это же Battle Royale. Русский. Так, а меня в игре сейчас слышно, ребят? Да. Окей, okay, very good, guys, let's go get some guns. Подальше, или казармам. Guys, let's go get some guns, fast, please, let's go. Казармы не будем теперь? Нет, там другой. Почему не будем? Все, выходим, короче, стрям. Ебать. Там парень бежит с выхода. Пацаны, здесь зомби, по-моему, там... кто-то был. Не, там парень бежит за ним, короче. Короче, зомби. Короче, я хуй знает, если они в казармах меня зажмут, ты видел это? Да, не хотелось бы, чтобы они. Можно дальше пройти, парни, там еще есть оружие, пойдем за нами. Давай, а ты первый бежишь? Похуй, да, похуй на казарму. В смысле, похуй, я забежал, взял пушку. Ну давай, бери, посмотри. Ты первый бежишь, точно? Это кто? Кто взорвал казарму? Нет, не мы, убивай. Не мы, давай. Хорош. Оп. Так, пушки. Так, я нашел пушки. А как там брать, я забыл? Я вышел. Я... Колесо мыши. Вы дальше, да, в казаму пробежали? Я дальше пробежал, вот в амбарчик, тут пушка есть, парни. Слушай, он не хочет брать, что за дерьмо? В амбаре изи соберемся. Давайте, ребят, в амбар встречаемся. Там зомби вообще... Синего, да? Погнали. Да-да, я в синий забегу сейчас. Так, подожди, что-то еще. Все, Андрюх, ждем. Такая или так... Не такая же. Сейчас, парни, секунду, я тут разменяюсь. Так, есть патроны? Или патроны? Сникер съем. А ты не в амбаре, но не в синем. Ты че? В смысле? Я в синем амбаре. Только что вышел. Максим, ты опять же. Я не видел, но... Тебя нету, так, видел? Где вы есть? Это ты, Максим. Нет. Максим, ты? Я вас не вижу, вы не видим его. Кто в казарме? Ой, не в казарме, да, в ангаре. Я вас не вижу обоих, Пиздец, Андрей, короче, мы походу начистили. Сейчас я попробую.
Вы передо мной бегаете, шаги слышу, но вас не вижу. Охуенно. Ладно, как убрать это? Знаю еще. Ну это нормально. Теперь я могу убивать всех, кого вижу. Бля, одна зомби видит? Видит? Тоже нет, по-моему. Бля, Андрей, мы что-то включили на какой-то, сейчас поищем, короче. Я пока камень добывать. Что-то по привычке. Ну да, блин, я тогда сейчас, если не смогу устранить, обсервить. Ну да, я то же самое сделаю. Так, может, а на другой сервер пойдем? Типа мы с факером тоже. Пока раз нужно разобраться. Разобраться в чем вам надо. Как вот, блядь, вообще с этой... Как играть в DayZ? Wait. Может, S-бекон включить? Но пока еще просто нет серваков, так что ждем. Слушай, это Андрей не то. Граб иконс не то. Нет, SPE иконс это, короче, показывать прям. Map иконс тоже показывать. Надо. Там, короче, я думаю, сразу типа, догадаешься, что значит выключить инвиз. Блин, в 4. Там этот умер стрим сейчас будет. Короче, это даже стыдно, что я чувака теперь убил. Потому что, оказывается, он меня не видел, блин. Он тебя не видел? Ну, видимо, нет. Макс, ты бы вернулся, короче, в этот... Бля, что же мы наделали-то с тобой? В ангаре, да, Андрей, стоишь? Ты в ангаре стоишь? Не, я не в ангаре. Я там около леса. А, я тебя вижу, кстати, по радару. Вот там чел ездит, застрелить, что ли? Чего? Я к тебе. А ты где? Я тебя вижу, что ты около меня, но тебя тут нету, как бы. Не, подожди, я около леса, выйди из ангара. Ты кто, помнишь, маляет, блядь? Ты, я пытаюсь по тебе попасть, ты невидимый. Не, слышь, это напрасно ты. У меня просто имя твое бегает. Так, а зомби меня по-прежнему не видит. Да, зомби ко мне тоже подбежали такие, смотрят, блядь. Короче, я предлагаю просто... Поспектателить? Попробовать стать, да. Давай попробуем. Короче, на F8 ты можешь выбирать... Вот это я точно разобрался. На F8 выбирать можешь любого человека, которого хочешь смотреть. Например, это будет у меня черная молния. На правую кнопку, если нажмешь, ты будешь прямо от его лица смотреть. Group Icons On. Ёб твою мать! Чё? Ты смотришь от моего лица. Спектейтинг. Я на... Максим, посмотри вверх! А, ты меня, наверное... Так слушай, может сначала сдохнуть или чё? Нет. Ну, дохнуть это ты можешь потестить, короче, эту хуйню. Кекс, я нажимаю спектейт, но я не умираю. А ты не должен умирать, ты невидимый, ты сейчас на спектейт должен спектейт. Так, а как карту посмотреть там, блять? А, я над гудком теперь летаю. Видел, как я ушел? Так, вот, короче, на F5 сейчас я настройки буду разбирать, посмотрим. Так. А как за... А, за кем-то смотреть там на F8, да? На F8, да, выбираешь, давай. А потом ты на правую кнопку жмешь, и ты смотришь прямо от его лица. Вот его, хочешь смотреть человека, это интересно. Ага. Смотришь, да, за ним? Да-да-да. Самое простое, что я понял, а как вверху крутиться над ним камера, я так... Там можно летать как вверх-вниз, как... Ну, сейчас на кнопочке я понажимаю. Да, я тоже думал, я... Бать надо. Тут 2 из 36, кстати, сервера. Ну, он закрыт еще, наверное. О, я за дредом смотрю, он наверху тут летает с пушкой. Целится. Странно, но мне кажется, я за Андреем могу целиться. Что это? Ты над казармами, да, Андрей? Да, я зачем смотрю? Так, вот там какой-то сейчас замес будет. Нейт Геймер. Спектатин Дред, F6 to cancel, F7 show gear. Must measure, clear one, fixer, FPS, delete boxes. Не, ну там как-то над головой летать, это на самом деле нужная хрень.
Ну да, только как-то крутиться мод на... Один из 36. О, да, сейчас снова все. Пойдем на сервер на другую путь решаем. Конечно, идем. Да? Нет, ты слышишь? Или смысл тогда надо? Д1. Слышишь, Макс? Чё, где он? Слышал, что ли? Нет. Ты управляешь, что ли? Не, я прям по нему стрелял, он подо мной бегает. Лол! Чё, пойдем на другой сервер, быстро. Пока это один там человек. Ну, он точнее создается сейчас. Всё, я вышел, короче. О, я нажал Force Disconnect и вышел как бы в лобби. А как, где? На F5, короче, в этом большом меню. Ты, по-моему, всех там, блядь, выкинул. Парни, слышишь, я установил арму, как вы, или что там, ну, вы меня поняли, говорили. Сейчас что качать, этот командир, а? Так, слышишь? По-моему, что-то ты сделал, Кекс. Чё я сделал? Все нахуй вылетали. Да один заходите быстро, и Витя скажите. А я вот падаю вниз. Что мне нажимать, ребят? Да и командире. Я уже не помню, Кекс. Андрей, вы зайдёте на сервер? Ты какой? Так а как D1. Ливнуть, блять? Мы сказали D1. Блять. Форс дисконнект, Андрей. Да, понял. Андрей не хватил. Так, и какой там сервер? D1. D1 быстрее, еще слоты а есть. Все, чуть-чуть. Поздно, тут ребята. Решить. Тебе надо скачать там платовый фойл. Короче, скачать? Ты Z-Commander открываешь, там сверху, да. Справа install update. Вот. А, там тебе надо выбрать. До последней версии обновить Arma 2, потом DayZ Battle Royale и DayZ просто. Вот эти. Вот еще там... один, скидываю IP. Блять. А как короче ты заходить? Андрей, зачем слоп я с этим? Так ребят, мы вышли. Скинул. Нет, вы с другого чуть-чуть вышли. 10 из 42 там времени захуя. Максимум number of players has been reached. Заходите. Куда я скинул нерв, но я посмотри в конфу. Так я говорю, я хз как через консоль заходить. На какую консоль? Ремоут. Ремоут и типа айпишник вставляешь и заходишь. Парни, нажимаю да, и меня кидают на сайт Amazon.com, там где арма за 25 баксов. Закрыло. Чё-то не то, да куда? Это ты основной что ли? Ты вот самую первую надпись нажимаешь да? Да. Скипай ее просто нахуй. Андрей, ты зашел, кто не зашел? Ну, рефреш верша нажимаю, мне ничего не происходит. Андрей Меринга, да? Нажимаю refresh version, ничего не происходит, типа. Андрей вообще тут? Я здесь. Зашел? Короче, заходишь в... Сначала в settings. Хорошо, так. Я вроде зашел. Не надо осталось, Андрей. Ну и геморрой, а. Заходить? Так. Один слот. Вот, ну я зашел, только вы там, не там? Да. Сейчас, я тебе, короче, напишу. Короче, Андрей, лучше кнопки эти не жать. Ты все выкинул, да? Не, я не знаю, я вроде там было 13 человек, но я так... Добавь меня. А ты тоже Force Disconnect нажал или что? Вы зашли, гайз? Да. Все я зашли? Зашел. Да, Force Disconnect был. Добавил. Короче, я понял, мы очень жесткую грязь сделали. Ну, Андрей, учитывая то, что это все твои зрители, я думаю, это не так страшно, как если бы это мы кому-то игру сломали. Бля, у меня что-то это, слышите, не заходит именно... Я нажимаю ОК, и у меня это... файл, потому что... Еще коннектит. А какие у вас ники? Я так не понял. Черномолния это Максимка, да? Улан за... Дред это Дред. Понял. А факт короче... это... Блин, какой же там этот самый Скай был у этого календела? Я же забыл. Он обещал, короче, рассказать, как управлять камерой, типа, когда его спрашивают. Что за грусть? Что за грусть? А куда бежим? Это в settings, там три позиции. А-а-а. Сделай скрин, пожалуйста. У меня почему-то тайм-аут идет. Это нормально или нет? Мне кажется, меня что-то не загрузит. Как-то плохо. Кто еще не грузится? Я не грузится. Для Receiving Mission File. У меня должно быть Receiving Mission File, но нет. У меня просто тайм-аут идет, да. Я ничего не получил еще. Видимо, через стрима народ уже подкачал, короче, DayZ. Да, ты, походу, не прогрузишься. Алёха сидит, слушает. О, нет, это пошло вопрос. Ожидание сервера. Все пошло. Ожидание сервера, а, и всё, у меня скайп. Повисло. Всё, пошло, короче, пошло. Так чё, куда же бежать? Сейчас. Так. No entry. Жми, окей, тебя загрузит.
Так, сейчас смотрю. Ага, у тебя вообще там нету директ. Смотри. Сейчас сделаю скрин. Короче, континья. Посмотри, пожалуйста, папку, где у тебя Arma 2. Ну? Ну, как она называется? Да ну, короче. Arma 2 Does It by Paradox. Переименуй ее просто в Arma 2. Без пробел. Да. Да. И теперь в первые два поля введи просто путь к Arma 2, Program Files там Arma 2. А к третьему у меня вот... Короче, сейчас. Вот а так там... у меня выглядит первое и второе поле, а вот так вот третье выглядит. Та же карта. Я загрузился, но я ползаю почему-то. А я черный экран. А я кроме себя никого не вижу, как бы. Я пока что тоже. А у меня просто черный экран. Ого, все, прогрузились все. Так, ну мы видим ее? Да, сейчас мы видим, пока не нажмем, Андрей. А куда бежать? Кекс, стандартную сделай. Че стандартно? А, сейчас сделаю. Андрей, сзади. Ребят, поднимите руки, плиз. А, ну Андрей я узнаю, Андрей, во-во. Вот он ты. О, так, негра узнаю, речь. Негра вижу. Жесть, как лажает. Вон, я слева, ну сзади тебя сейчас, все, сейчас справа. Рядом все. Факер, ребят, повернитесь направо, видите меня? Да, факер, рядом со мной. А вы не лагаете? Рядом с тобой? У меня повисло все, я что-то Ctrl-C нажал. Так, парни, куда бежим? Саша, короче, вы так. Бегите на 300, пробегете одну дорогу, по второй останавливаетесь. И сейчас просто все 36 человек бегут на 300. Тех-то не посадим, мы же... Мы всех не посадим, мы посадим только... А, кстати, там 5, 4 слота будут. 300! Пиздец. Здорово, Пакер. У меня просто повис клиент. А как говорить в чат? Капс. 9. Ку, пацаны, ку! 7. 6. 5. 2. А Мерлин, кстати, не знает про турбо, так что... Так что... Да у меня не то, что не знает про турбо, и у меня мышка не шевелится. Я сделал это, так я дальше что делал. Бля, сейчас ведь... Тебя ведь туда серьёзно. Я чё-то просто всё кругом убежал. Да, я слышишь, тоже, Макс, это ты бежишь на 300? Я бегу на 0, чтобы тачку взять. Бля, а я с кем сказал, я побежал? Там, почему народу знает, что они бегут? Бля, вы же не написали, куда мы побежали. Да нормально, мы посадим тачку. В смысле, идите на второй дороге, добежите, и все нормально. А, окей. Так, турбо не хочешь бежать, упырь? Так, сейчас. Вить, подожди пару минут, я тебе скажу, я сяду в машину. Короче, в расте у меня отсох мизинец. Здесь начинает опять отсыхать, короче, указательный палец. Ты указательным нажимаешь на W? Да, ты каким? Ты я знаешь? Центральным. Средним. Это прям факом? Ну да. Факом нажимаю. Фак. Мне указательным уже легче, у меня на тренинг уже мощный мальчик. Ну-ка попробую указательным. Не, у меня мощнее все. Ай, ну их свапать можно, это нормальная тема. А я иногда правый нажимаю, направление нажал и правым. Правой рукой. А можно еще забиндить на какие-нибудь другие две клавиши, чтобы не ломать дабы. На клавиши мышки, например. Нет, тут. А че у тебя меров? У меня вылетело. Макс, я что-то что нажал. Я уже по второй дороге добежал. Я во второй дороге около тачки. Так, я так второй. Слышишь, тоже... Меров, если ты уже вылетел, может ты расскажешь Вите, что ему надо сделать? Не понял, в какую сторону бежать надо. Наверное, мне вправо. Мерва. Батл Роял скажи. Я AJ86. Блин, ну я... Слышите, парни? А, вон. AJ89, это куда мне бежать? Я. До дороги, я Андрей. До второй? До второй дороги. Я на второй дороге. Стой. Кипируем, короче, как обычно. Так а я все, я на второй дороге уже. К развилке вроде. Ждите. К развилке нет? У тебя, Андрей, у тебя Аджей? Да. Какой? Аджей сколько? 89. Увидите машину скажет. Мне тоже. Мы уже подъезжаем. Короче, вы сразу. А, вы ебать задроты. Так, кто на дороге? Вот это. Наш нет, дави. Наш нет. Я около дороги, но я не на дороге. Иди. Ну не отвечают. Надавить. Слышь, стой, я чел. Эй, фак, это ты слева? Блядь, мы спрашиваем, вы не выбрали. Я сказал, я у дороги, но не на дороге. Ну так машину-то видели, нет? Да. Да, я. Быстрее. Факер, с другой стороны, видишь? Быстрее. Блядь, не вижу. Все свои сели, да? Я не сел. В смысле, ты не сел? Ты не сел, блядь. А кто с нами китаец сидит рядом? Пол, а почему? Это Саша Япончик, ребятки! Поехали, короче, факер сейчас мой. Так меня походу. Я не знаю, что у меня с пингом или что такое, но меня, короче. Ты, короче, сидишь на машине и говоришь, там я не сел.
А, лол. Да, страшно. Факер, ты слышишь, что я говорю тебе? Я слышу. Фак, ну значит ты сел, получается. А, во, все, у меня разлага. У меня, короче, лаги какие-то ебаные, у меня вот этот красная цепь такая, типа. Можно, короче, парень, сейчас поехать не в аэропорт, а в другой город. Давай в другой в город какой-то. Так, пока вы едете, я раз. Мне кажется, в аэропорт сейчас уже там наприбегут народу. Так мы первые. Как ты водишь, ёпты? Миллион, короче, всяких мотоциклов еще. Так в казармы тогда надо ехать. В город не берем пуши. Берем, значит, там не были ни разу. Сейчас. Не были. Парни, есть подозрение на самом деле, что сервер жестко очень дедосит. Не так Максим водит, такие лаги жесткие. Да-да-да, вот плюсую. Это бывает. Только у водителя нормально. Паникуйте. В городе вообще через дома был проезжать в таких лагах. Ты вот сейчас, например, не едешь, Фак, у тебя так же? Я объясняю Вите, что ему делать. Там уже трое умерло. Смотри, Кирилл, куда сейчас ехать, развилка. Развилка? Бля, я что-то потерял суть. Где я в асфальт не еду, короче. А, все, понял, где ты едешь? Ну, бля, до мины, наверное, надо ехать. Но я там был раз 10, там вообще ничего нет. А где он еще? Тут казармы рядом, что в казарму? О! Камни. Сотов не хватит. Понятное дело, надо ехать. Можно на Урал пересесть. Грант хоть. Урал в казарм, в который все здравомыслящие люди едут. Там убьют нас сразу. Чем тогда вообще буду игру играть? Да, но сервак, походу, ребят, не самый лучший, я вам так скажу. Ну вот это шестер. Просто пиздец лагает. Походу я вообще в эту штуку. Посмотри, какой у тебя там версии арма? Install updates, у тебя должна быть 103.718. Если... Ага. Значит, сбоку видишь, там выбираешь версию. Не, я не могу понять, где тут выбрать. Сейчас я тебе сделаю скрин. Давай. Смотри, сколько народу вылетело за раз. А сколько народу-то осталось, вопрос? 26. О, давайте пересядем, получше точка. Подождите, куда пересядем? А, во, все, вижу. На, посмотри. Давайте уж полутаем, потому что мы доехали до города, в который ты... Так, что, лутаем? Да, лутаем, ладно, лутаем. Что-то есть пострелять что здесь? Вон, бинты хотя бы возьму. А у меня такого нету, слышишь? У меня такого нету, что-то. Ну, нужно, чтобы у тебя все чего это нету, было. Чего нету у него? Cannot find one of your armor 2 direction. Я не знаю, я вроде сделал, все встретил. Когда папки укажешь... Парни, лагает пизда просто. Я не могу из машины выйти. Вот когда я указал папки, дальше что сделать? Арму запустить. Кекс, ты можешь что-то поднять? Потому что я не особо. Не, я поднял инста, а вот в машину сесть у меня не получается. Пиздец, не могу ни грелки поднять, нихуя вообще. А, не лучшее время, наверное, типа. Это не батл рояль, это просто пошли они нахуй. Я вообще, я не могу мышкой двигать. Я нашел этот... Я сижу в машине, вы понимаете? Вот на экране я сижу в машине. Мне говорят ошибку, плохой серийный номер. Значит, у тебя плохой... А тебя купил Андрей серийник? Нет. А, ну я смотрел. О, Пакер, Пакер, чё с тобой? Чё со мной? No message received, блядь. Короче, было рот. Короче, next time, мне так кажется. Пошло оно нахуй. Я просто делаю аборт. Are you sure? Yes. Закрыть нахуй. Пойдем в Warcraft, ребят. Пойдем в Warcraft, это неплохо погамзали, как бы. Пизда. Да. Ну чё, Витя стрим смотрел, как тебе игра? Я не смотрел стрим, я играл в героев. Ну ты ничего не потерял, ладно. Это экшн просто. Вас изгнали из игры. Сервер на триспандинг. Короче, походу, да, в натуре жестко очень задедосили. Так, ну вот, собственно говоря, мы им показали, что такое DayZ, ребят. В очередной раз. Да, теперь идем играть в Warcraft. Я пришел, вы там закинули, что ли, уже? Ну, не, как тебе сказать? Ну, можно сказать, да, закинули. Слышь, Витя, ты не отправлял случайно за Патму на тот синий момент таки? Нет. А там какой-то ВВФ на Патме. Именно вот так, как ты писал. Киса. Сколько раз играю в Доту, ни разу не выходил, чтобы, блядь, что-то хотя бы годное отправить. Потому что скромный, Витюш? Да потому что вовне.
Потому что в говне. Хорошо. Это вообще тут героя как-то заовнивает.